Будущее страны в руках подрастающего поколения. В преддверии Дня Республики во всех учебных учреждениях области ЖЭЦУ проходят праздничные мероприятия. Открытый урок состоялся и в средней школе номер 11 имени Ежана Бирликожаула города Талдыкурган. На уроке патриотического воспитания побывала наша съемочная группа. День Республики – одна из важнейших дат в истории Казахстана. Именно в этот день, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете нашей страны, что стало первым шагом на пути к независимости. Об этом школьникам рассказали педагоги во время классного часа, посвященного национальному празднику. Узнали ребята и о достижениях Казахстана за годы независимости. Сами же школьники с удовольствием декламировали стихи, посвященные празднику и родине. Казахстан, менин туган анамсын, өзгеде жоқ, өзімде бар. Өзімде бар даламсын, кендігім мен, молдығым мен, момақан, ақыл сабыр, үлестірген данамсын. Қазақстан, Қазақстан, ұлы анам, есімімді естігенде қуанам. Қазақстан, қиял жетпес биік тау, Қазақстан, жазғы күнгі гүл алаң. По мнению педагогов, очень важно с самого детства прививать детям любовь к родине и уважение к государственным символам. Поэтому в школе имени Ежана Бирликожаулы в честь государственных и национальных праздников проводятся творческие, учебно-воспитательные, спортивные и торжественные мероприятия. Для меня очень важно воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма, донести до наших детей смысл праздника, Дней Республики. Поэтому мы проводим подобные мероприятия. Если дети будут знать свою историю, историю становления нашего государства, то каким путем досталась нам наша независимость, тогда, я думаю, они вырастут настоящими патриотами, которые будут искренне любить свою родину. Всего в школе номер 11 работает более 130 учителей, которые ведут занятия для порядка 2000 учащихся. И стоит отметить, что в преддверии национального праздника во всех классах пройдут уроки, посвященные важной для всей страны дате. Ведь на плечах педагогов лежит не только обучение, но и воспитание подрастающего поколения, которому предстоит строить будущее нашего государства. Надежда Белова, Диана Турлыбек, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ.